сегодня начинаем новую рубрику. Многие из вас просили нас в комментариях продолжать наши уроки французского языка. И вот мы решили их продолжать. Язык убери. Теперь наша рубрика называется «3 минуты французского». И в этой рубрике мы будем продолжать наши уроки французского языка, но чтобы вас не утомлять, мы решили сделать их немножко попроще. Занятие будет продолжаться всего лишь 3 минуты, но в каждом новом уроке вы будете узнавать новые слова и новые выражения по-французски. Ну что, начинаем? В нашей рубрике участвуют Свинка Пеппа, Литл Пони, Алис и Жюстин. Бонжур, ле фи! Бонжур! Сегодня мы с вами выучим, как познакомиться по-французски, как сказать свое имя и как спросить... Бонжур! Бонжур, молодец! И как спросить по-французски, как тебя зовут? Алиса! Жюстин, ну-ка скажи нам, как сказать по-французски «Меня зовут Жюстин». Je m'appelle Justin. Очень хорошо. А теперь Алис нам скажет по-французски. Ну-ка. Я зовут Алиса. По-французски. Je m'appelle Alice. Je m'appelle Alice. Сейчас вы услышите, как спросить по-французски, как тебя зовут. Ну-ка, Свинка Пеппа, спроси, пожалуйста, лошадку, как ее зовут. Comment tu t'appelles? Pony. Хорошо. Je m'appelle Little Pony. Жюстин, скажи, пожалуйста, медленно и громко, как тебя зовут по-французски? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Это значит, как тебя зовут? Little Pony, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pinkie Pie. Вот она сама сказала, смотрите. Она сказала «Bonjour, je suis...» Ой-ой, ну она... Пинки Пай, подожди бегать, у нас здесь урок французского вообще-то. Хорошо. Comment tu t'appelles? Alice. T'appelles Alice. Очень хорошо. А теперь спроси у змейки, как ее зовут? Спроси, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Лулю. Лулю? Ее зовут Лулю? Хорошо, ну вот. Je m'appelle Лулю. Je m'appelle Peppa Pig. Comment tu t'appelles? Alice. Ой, это тоже очень хорошо, но мы тебя об этом не спрашивали. Свинка Пеппа сказала, что она любит прыгать по лужам. Очень хорошо, но это мы все еще не проходили. Все это мы будем проходить следующим уроком. Свинка Пеппа, помолчи, пожалуйста. Мы это еще не проходили. Свинка Пеппа, наши зрители. Она еще и хрюкает. Что, а теперь Алис, спроси Жюстин, кому ты такой? Кому я такой? Ну. Молодец, очень хорошо. Je m'appelle Justine. А теперь Жюстин. Je m'appelle Maman. Сегодня вы узнали, как сказать по-французски, как тебя зовут, и как сказать по-французски, меня зовут Алис Жюстин. Пинки Пай, Пеппа Пиг. Давайте повторим последний раз. Comment tu t'appelles? Justine. Алис Жюстин. А теперь скажите Je m'appelle. Je m'appelle Justine. И ты, Алис? Алиса. Ну вот, на этом наш сегодняшний урок закончен. Мы с вами прощаемся. До завтра. Au revoir, les filles. Au revoir. Au revoir. Поедем. Это Алиса.